Проект «От Рождества до Пасхи» кукольного театра «Виноград» – один из победителей грантового конкурса «Православная инициатива» в номинации «Образование и воспитание». В этом году он представляет кукольные спектакли об истории православных праздников. Участниками проекта стали учащиеся школ Красносельского благочиния Санкт-Петербургской митрополии. Театральное путешествие к православным истокам. На сцене школа 237 актеры театра «Виноград» и учащиеся третьих классов отправляются в путь, а именно во времена Спасителя, на Святую Землю. И здесь перед школьниками и учителями раскрываются духовные основы, история воскресения Христова. «Пасхальное чудо» – так называется спектакль. Когда вот дети смотрят такие спектакли, когда они соприкасаются, по сути, с Евангелием, с евангельским благовестием, пускай даже в такой форме, в форме кукольного театра, они встречаются на самом деле с Богом, со светом внутри себя. Это посредством вот души происходит, не через интеллект, не через сознание. Дети смотрят спектакль с большим интересом. Кукольные герои становятся их друзьями. И, может быть, в будущем они помогут найти верную дорогу в жизни. Особенно здорово, когда мы спрашиваем отзывы, и ребята тянут руки. Ребята, видно, что других национальностей, и имена сложно выговариваемые, непривычные для нас. Они говорят о том, как здорово, как они, то, что они увидели, они этого никогда об этом не знали, что их поразили то или другое событие. Особенно, конечно же, когда речь идет о пасхальном чуде, у нас есть там сцена с падением камня и с появлением Христа. И вот они про это появление, некоторые говорят, ой, я даже глаза зажмурил. До этого было удивительно. То, что они все вместе, всем залом, без различия веры, национальности, потом нам восклицают: «Христос воскресе, воистину воскресе». И вот эта вот общая радость, это, наверное, является самым главным, ради чего мы показываем эти спектакли. Своими впечатлениями учащиеся делятся не только между собой, но и с радостью. Рисуют рисунки, пишут письма. И не только дети, но и взрослые. Большая благодарность артистам за самоотдачу, любовь к своему делу и теплоту, которую вы дарите зрителям. Спектакль оставил неизгладимые впечатления, как в душах взрослых, так и в душах детей. Дети смотрели спектакль, открыв рты. Мы признательны за вашу душевность. После необычного путешествия в прошлое школьники признаются, что счастье не в силе, не во власти, не в богатстве, а в милосердии к ближнему. Осознание этой истины детьми есть главная цель, говорят организаторы проекта.